Почтальоны со всего мира принимают поздравления. Сегодня Всемирный день почты. Самого храброго работника этой сферы наградили в Златоусте. Наталья Уфимцева возглавляет одно из отделений и защитила его от нападения преступника. Благодарственные письма и премию женщине вручают руководитель Южноуральской почты и полицейские. В июне Наталья предотвратила ограбление. Тогда злоумышленник несколько раз заходил в помещение, дождался, когда сотрудница останется одна, и решил напасть. Но жительница Златоуста оказалась не из робких. Брызнула преступника в лицо из газового баллончика. Ничего не чувствовала. Я только, сразу в голове техника безопасности и выполняла свои обязанности, что сразу подозрение, что он ходит туда-сюда. Все, я газовый баллончик поставила перед собой и уже хорошо бы, если бы он мне не пригодился. Мужчина убежал, а Наталья сразу позвонила в полицию. Преступника удалось задержать. Им оказался 28-летний местный житель. Он ранее уже был причастен к поджогу и даже убийству. Отмечу, что Наталья Уфимцева на почте работает 16 лет. 12 из них возглавляет отделение.